Певица Манижа представит Россию на Евровидении 2021. Певица Манижа представит Россию на международном песенном конкурсе Евровидения 2021 с песней «Russian Woman», объявлена в понедельник в эфире Первого канала. Ранее пресс-служба канала сообщила, что представитель России на Евровидении будет определен в результате национального зрительского голосования в специальном праздничном шоу. Кто-то слышал об этом праздничном шоу и кто-то голосовал за Манижу, интересно будет почитать в комментариях. Конкурс песни Евровидения, отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18-22 мая на арене «Ахой» в Роттердаме с участием исполнительной из 41 страны. Организаторы сообщили, что конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегации, а также количество журналистов сократят. Решение о присутствии публики на шоу пока не принято. И действительно неизвестно, как все будет проходить в связи с этими ограничениями за границей. Ну и самый главный вопрос, кто такая певица Манижа и почему нам втирают, что это якобы наш с вами выбор. Напишите, пожалуйста, кто голосовал за певицу Манижу. Всего доброго и до новых встреч!